Гималаи, Вишну Праях. В просторах голубого большого океана я сам за рулевого, я сам за капитана. Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. И они потом будут. Не хотят зарабатывать потом на еду. Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. Намасте, доброе утро, Индия, Гималаи, Вишну Праях. Воскресенье сегодня, иду за покупками, давайте покажу. Отправляюсь мне 7 километров до Винчат. Ну это как бы, там еще 2 километра надо будет, 2 и 2, 4 километра еще добавить надо будет. Где-то 18 километров получится туда и обратно. Все, надо продукты купить. Рис, чечевицу, ну за продуктами надо сходить. Сейчас закрыто, сейчас 7 утра, пока еще закрыто. Бадринат 32. 32 километра. Ну, дойду до точки, будет 23, по-моему, километра. Джошимат 12, Ришикеш 264 километра. А что-то курточку я зря одел. Погода, не знаю, погода отличная. Сколько градусов? Ну, ребят, я даже без понятия. Вот днем где-то, ну, по-разному, ну, больше 30, по-моему, навряд ли было. 27, может, 28. Бывает пасмурно. Ух. На вечер, вот там, после 9 вечера где-то так, курточку уже набрасываю. 8-9 могу курточку набросить. Хорошая погода, хорошая. И дождь, сами видите, сухой асфальт, дожди нас обходят. Может такое, несколько капель там упало и все. А вот что я говорил, что семьями целыми живут. Есть вот. Дети, я говорю, дети, муж и жена. Ай, намасте. Ай, бая. Не давайте никогда денег. Мне нравилось в Непале, как было написано, что не приучайте детей попрошайничать. Сначала вот в таком возрасте по 10 рупий, как он сказал, даст рупис. А потом
а потом вырастает вот. Пещеру иду, увидел пещеру. Ну а чем не пещера? Даже дождь капать не будет, если небольшой. Есть, есть. Причем в этой видать, что люди были, что, ну, вот в этой вытоптана тропа. Видать, что кто-то был. Мы отправляемся дальше. Ух, красотища, да? Ух, дух захватывает. Впечатляет, конечно. Шел, рассматривал я места, где можно остановиться, где бы палатку поставить. Нет, нереально, чтобы было как в Вишнупраях. Поэтому в Вишнупраях это оптимально пока. Была бы еще розетка, чтобы в свободном доступе, это было бы вообще бомба. Так приходится парня просить. Он и так, я уже вот последний раз давал. Он так как-то. Хотя вроде не часто там. Посмотрим. Ну вот я, собственно, уже Говинчат, Чат, Бадрина, 25 километров. Ну, я еще буду подниматься, еще пройдусь где-то 2 километра. Там в магазине соус есть. В этих, что с краю, что буду брать, когда буду больше, там рис, чечевицу. Я вот здесь буду брать, а соус надо идти, потому что здесь нету. Да, всего лишь 25 километров. Вершина. Красота красивая.
Вот с правой стороны я здесь покупать буду. Во. Зайду, переспрошу. Соусный. Ну вот я потом здесь покупаю, говорю, и возвращаюсь. Но еще надо пройти 2 километра где-то. Там, по-моему, указатель будет Бадринат 23, что-то такое. Здесь нету, там нету. Ниже тоже спрашивал. Ну, пойду выше. Ай, красотища. Вершина в снегу. Здесь такой, как водопад, как река выбегает. Там есть такие, да, что спадают. Вот работают они в воскресенье, у них здесь в Индии я вообще не понимаю, как выходные там есть, они нету. Они работают всегда. Нормально трещит сейчас. Ну вот и Бадринат, 23 километра осталось. Я говорю, совсем ерунда здесь. 23 километра за день можно пробежать, если налегке. Все такая, как пещерка.
мне еще немножко и дойду до магазина до того, что нужно мне. Как раз там полицейский пост для меня развернули. Так, спрашивали, что растет. Так, где оно? Сейчас будет. Значит, растет точно, что я видел. Это черешня. Она прошла уже. И орехи. И орехи грецкие. Вот, кстати, дерево ореха. Вот это орех. А вот и видать. Ну это уже на осень будет. Не дойдут. А с огородов что я видел? Видел кукурузу точно видел, подсолнух видел. И что-то с этого. Похоже, или дыня, или огурец был посажен. Ну там еще такой он зеленый, я еще не определился тогда, что там растет. А, лук, чеснок видел, да. Лука видел точно многовато. Видел, видел. Как бы вот так. Что знаю. Вот обратно орех. Говорю, есть, есть орехи. И ага, вот, пожалуйста, абрикосы. Кстати, что-то я абрикоску захотел. Буду возвращаться себе. Натрушу. Да, вот есть. Абрикоски. Блин. В принципе, с абрикосы можно и посмотрим. Варенье можно сделать. У меня посуды, наверное, не будет. Так что вот так. Вот огороды. Ну что там посеяно, я не вижу. Что там должно расти. А я вот дошел до магазина. Ну, конечно, да, тяжело здесь с ними общаться немножко. Вот спросил, что дай вот этих таких по рупию. И это я потом увидел, нет у него. Продавец, конечно, да. Принес там мне дороже, но этот я взял вот 76 рупий. Вот 76 рупий. Еще взял 4 конфетки и... До 100 рупий, чтобы было 20, эти взял соус. И вот уже там пост через несколько метров. Я уже туда идти не буду. Я буду возвращаться. То солнце поднимается. А идти надо. Я возвращаться всегда ближе. Всегда скорее, даже мне кажется. Да. А, пакет надо достать, чтобы на абрикос. Да вот по одному рупии. Вот видите, что показывает. И давайте его. Красота. Only one rupees. А потом вырастают они, вот они не ценят, потому что не знают, как зарабатывать. И потом, потом бывает, как в Путапарте, за 20 тысяч женщину убили. Или итальянку, или
американку, я не знаю. Вот красота, красота. Какие они потом будут? Чужой труд не ценят, свой не делают. А потом за 20 тысяч и убили. И все. Чай, give me чай. No money, чай, милега. Чай. Ней, only 10 rupees. Ну вот, видите. Я почему говорю, вот в Непале было, что никаких денег не давать. Вот они не хотят зарабатывать потом, потому что, сами понимаете, дай 10 рупий, это всегда проще. И поэтому, повторю, они не свой труд не ценят, они, как правило, не работают, и чужой тем более. Почему вещи эти, вот хватание вещей, это все с детства. Что? Я лично таким не потакаю. Когда начинают, я говорю, пойдем сейчас просад будем кушать вместе, все. Сразу разворот и сразу все. Они уже не голодные, они уже кушать не хотят, им уже денег не надо, чтобы на это, на еду. Любители, что дай покушать на еду. А сами вот видите, что показывают. И что из них вырастет. Вот. Я уже дома, уже все. Уже чай поставил, готовлю. Вот я на 900 рупий сегодня купил, получается. Это так, соус. Вот это с этим было как раз 100 рупий. 76, я там конфеток добрал. Килограмм картофеля взял. По 30 был. Такую пасту на зажарку. Джинджер, гарлик, имбирь, чеснок. Лук. Это такое, как сахар. Ну, я его с вермишелью буду таким варить. Будет десерт. Соя полкилограмма взял. Рис 2 килограмма. Дал. Чечевица 2 килограмма. Мука килограмм. 5 яичек взял. Сахара 2 килограмма и 17 пакетов должно быть этих вермишелей. Ага, и постирать надо. Ну вот так, собственно. Вот такой у меня поход в магазин. 2 дня видео не будет выходить. Понедельник, вторник я не буду выпускать ролика, не будет, ребята. Во вторник вообще не смотрят, понедельник, ну так себе, во вторник, уже в среду будет. В среду будет. Так, что еще? Ну вот так, порядок. Да какой здесь порядок наводить, я здесь наведу порядок, у меня сразу здесь соседи появятся. Нет, мне хорошо одному, ну неплохо, по крайней мере. Так, хорошо. Буду я заниматься тогда обедом.